что входит в понятие сезонное содержание территории городского округа Самара? Какие виды работ в осенние и зимние периоды под особым контролем властей? Об этом и многом другом поговорим в программе «Совет моего дома» 4 октября в 19:30. Гость в студии Александр Андреянов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, руководитель управления благоустройством.